Сейчас мы можем наблюдать негодование Михалыча. Он негодует по поводу волшебной песни, которую пропел Денис Что? Александрович. Чего? Песню спеть? Спой. Сейчас. Не подходи ближе. Вот сцена. Авансцена. Я оторвала голову нам, чумачечая весна. Нам не насна, и от любви схожу я с ума. Чумачечая весна, чумачечая, чумачечая весна пришла и крыша. Казалось бы, высота еще не такая. Снесла, чумачечая весна пришла. Говорящая палата. Денис. Грих, лови момент. Говорим о культурке, не о болезнях и не о бабах. Я на самом деле гажу спокойно вот так. Ослабляю. Даже этот крючочек не оттягиваю. Я ее стягиваю сюда вот под колени. Гажу. Придется звук из этого видео вырезать. Накладывать сюда какую-нибудь легкую романтичную музыку. Группа готовится ночевать на Марьином валу. Творческий и очень интересный процесс выкладывания площадки под палаткой. Денис Александрович, расскажите, в чем секрет уютной ночевки на Марьине? Большие плоские камни. Пока оператор снимает отличные кадры, а женщины тем временем копали и продолжали двигаться вперед. Надо что-то подложить. Это же горы, Денис.